Челябинцев пересадят на трамваи. Этот вид транспорта самый экологически чистый, и ему отдадут предпочтение при формировании новой маршрутной сети города. Только трамваи нужно будет купить, современный и комфортабельный. Деньги на вагоны город рассчитывает получить из Москвы. У нас есть задумки о вступлении в федеральные программы. Раз, у нас есть задумки о взаимоотношении с теми предприятиями, которые реально обновляют трамвай и делают его энергосберегающим. Цель какая? Обеспечить доступность трамвая, раз, с одной стороны, рентабельность данного предприятия, два. Купить у Усть-Катавского вагоностроительного завода. Чиновники собираются съездить на предприятие. Добавлю, что свои пожелания мэрия передала разработчикам новой маршрутной сети Челябинска. Ее главная задача – увеличить долю муниципального транспорта и равномерно распределить маршруты по городу.